пришлось упасть. Бывает. Особенно, когда с двумя самолетами сражаешься, то упасть это нормально в нашем случае. Легенда. Легенды тут никакой нету, просто МиГ-21 против двух миражей F1B, этот двухместный, который. Цель миссии – остаться в живых и научиться летать на МиГ-21, так как я на нем почти никогда еще не воевал. Самолет интересный. Меня миражи вообще атаковать сегодня не хотят. Конечно, сложно. Будем осваивать, а там посмотрим, каких высот мы достигнем. Достигли мы вообще каких высот.
Да, это что-то новенькое. Одной ракеты для «Миража» оказывается мало. Бывает. Thank you.
красиво горит, он мне нравится. Надо этот самолет брать, однозначно.
справились с пилотажем. Как обидно, двое в одном месте. А, кто бы говорил, что снаряд в одно и то же место дважды не попадает. Два самолета в одну яму попали. Обалдеть. Так, ну сейчас у ботов стоит классификация ветеран. Посмотрим, как сложно будет им меня поймать в прицел. До этого с боты были новички. Я, в принципе, тоже новичок. Ну да ладно.
Так, ну теперь квалификация у Миражей стоит. Летчик ас. Посмотрим, насколько это трагично для меня будет. Бой пошел. Что хоть интересно. Это было низко.
Первый, второй, третий, четвертый. Четыре миража против одного мига. Ой, как это интересно. Добили. Thank you.
даже не выпрыгнул. Так, а что у нас тут еще остались-то? Да, что-то миражи быстро сливаются. Это при том, что я даже модернизированные ракеты не успел опробовать. Обыкновенными 60-ками вынашиваются только так. И выносится. Кто знает, как правильно. Вынашивается или выносится. Красивая машина, ничего не скажешь. Лучший самолет той эпохи. Непревзойденный в своем классе.